Всем привет, это Автозвук Картель. Сегодня разберем, как и каким образом подключаются все фишки в магнитолу на Android. Так, покажу максимально возможный набор проводки, который необходимо подключить к магнитоле. На примере магнитолы для автомобиля Chevrolet Cruze Restyle с адаптером коншины. То есть, если у вас в составе проводки есть вот такой кан-блок, в первую очередь подключаем его. Находим в косе, которая подключается к штатной проводке автомобиля, вот такой широкий штекер, именно в косе проводов. И подключаем его к канбас-адаптеру. В этой же косе проводов находим ответную часть от канбас-адаптера и берем его на заметку. Все штекеры имеют свой уникальный разъем, поэтому здесь не перепутать, но тем не менее я покажу, что и куда вставляется. Разъем RCA вставляется вот в самый широкий разъем за магнитолой. Следующий в верхней части слот остается пустым. Далее в составе проводки есть вот такой выход отдельный на камеру заднего вида. Это такой отдельный тюльпан. Он устанавливается в нижний ряд справа. Далее у нас 6-пиновый разъем под USB, который выводится в бардачок. Он идет следующим после камеры заднего вида. Далее в этом комплекте два одинаковых входа с USB. Один выносной в бардачок. И еще есть вот такой. Объясняю. Это вариант для подключения штатного USB. Штатного USB в комплектации может не быть, поэтому мы всегда кладем два провода USB. Выносные провода USB всегда более быстрые. Здесь протокол 2.0, штатный USB может быть протоколом 1.1. Поэтому вы выбираете либо подключать штатный, и этот будет дополнительный, да, ненужный, либо оба выводите в бардачок, подключая вот 4-пиновый этот слот. Который в начале видео я говорил взять на заметку. Его устанавливаем в последнюю очередь в крайний левый слот нижнего ряда. После установки именно проводки с канбас адаптером слоты будут выглядеть вот так. Так фишка выглядит в установленном виде. Ну и далее, что здесь для Cruze необходимый антенный переходник, для антенны вход соответствующий. Ну и остается прикрутить только GPS-антенну. Вот она, GPS-антенна. Она на резьбе. Итак, для кого-то это видео окажется очевидным. Не возмущайтесь. Есть люди, кто с этим не сталкивался. Для них это впервые. Поэтому это видео как раз для тех людей, кто впервые столкнулся с установкой Android-магнитолы. И чтобы было просто проще разобраться со всеми входами.